Так, тотемы. Где у меня, блядь? Ощущение. Жалко магов нету. Че шарму дать? Да, у тебя есть? Да. Прям маговская? Да. Обижаешь. Откуда ты ее берешь, блин? Я с РБК. Я хожу же каждый день не гребаные гробницы маны. Нахуя? А у меня там боешка. Меня ждет. У меня же собачка есть, то гребаная. Вот за боешкой каждый день хожу. Я бы еще и сетеки ходила, но это долго и муторно ради маунтов. Там жуки невидимые, смотрите осторожно. Катя, и мы не имеем. Держи. Так, а кто у нас? Ты хилы, кто еще? Ну, я ФКш, там хирург. А, ДЦ. Угу. Ёбаный, застрял в стене нахуй. А ну бы не били, да, вчера? Да какой нахуй ануб, там, блядь, не тот рей. Не, там можно было убивать ануба, но вара, ну, танка не было с блоком. В принципе, да, они могли бы убить ануба. Хуй знает, ну это надо по ДПС смотреть, какой там был. Там я смотрю, у вас даже хил слабенький моментами был. Раз вы в 5 хилов пошли, блядь. Там у вас 230-й шаман был, два таких шамана, и ты с Холи Паладином одетые. Ёбаный в рот. У нас танк упал. У нас все упали. У нас упал танк, за ним все. Что у вас хила нет второго? Ну да, надо его сейчас умануть. Я триньку купил себе на интеллект, вот это за 3700 УД. Хули, в льду сходил, УД сразу появился. Выйду-ка я, пожалуй, из инста. Да заходите уже, тут танк танчит. Ой, тут хит? Угу, спасибо. Танк, стой, пожалуйста, давай мы второго хила присумоним. Вот. Давай этот лог шкаф сумоним до ЦСшника. Потом с пугами проход пройду. Тыкните. Торопыга танк. Ой, ты дихер, я сумону. Хорош, тыкнул. Бля, ну если вдруг что там это, я сижу, может на ластах кто-нибудь уступит? Ну посмотрим, ласту, если там сам не найдешь, не соберешь. Да нет, я сейчас собирать не буду. У меня фишка в том, что я через час уеду, но вы за час не пройдете, да? А, ну, ты хуй знает. Ну, навряд ли, плюс погибель еще прочит. А, тогда я успею, наверное, съездить, если вы погибли. Погибель, ну хз. Да погибель в конце, если пронесем быстро.
Да я просто хотел проходку, чтобы вот в этот в 11 МСК сходить в эту, в Руль-Маргина. Так, вы пока трэш без меня пойдете, я минут 5 отойду, догоню. Поэтому я и прошу так проходку. Хорошо будет? Да, блядь, надо же нос ездить, не скажу же ебать, что мне проходка нужна. Скажи, ты чё, еблан, что ли? Проходка, тебе подходка не нужна, говорит, на? Виходка. Виходка, блядь, да. Она тебе скажет, блядь. Ну. Сразу поймёшь. Ну, как ты видишь, он съездит туда-обратно, грубо говоря, забрать и всё. Это буквально полчаса займёт. Как раз бы я в 11 на МСК хуяк. Где-то в 11:20 я бы уже приехал. Пока вы все дособрались, досмонились. Трэш почистили, я бы уже пришел. Там если мобы огненные выйдут рыгать, будут отходить от них. Чтобы сильно не задамажили вас. ШПшник охуенный, ДПС, вар охуенный, пал вообще пиздец охуенный. Ну это трэш. Ебаная проходка. Пойду пока эти Бля, чё в эту в грудь 239-ю сульды? Я думаю, можно вставить эти ациклиты нормальные, да? Я просто смотрю. Они же недорогие, да. Или цикл. Да, потому что я смотрю с ИК-25, 245-я. Она вроде по статам лучше, но там две дырки все. Ну там хосты побольше, конечно. На 30. А, нет, ставим. Да, на 30 хосты больше. Вот две дырки в этом. Ну и не факт, когда я ее еще выбью. Ну хотя она нахуй не там. Да похуй, они же дешевые там вроде вообще. Сейчас вообще камни подешевели, пиздец. Бля, да что за хуйня? Убивать чудовищ, моя жизнь и работа, блядь. Я и за даром исполню с охотой, блядь. Я тут. Дикан, сейчас, ебать, сейчас мы все просто с Молчезаром соберем, нахуй, зауешим, ебать, так хочешь, да?
Ебать. Да вот одного моба не забрали. Я такое танкование видел только тогда, когда я так танчил, нахуй. На бегу, нахуй. Самое удобное, конечно, мишки РБК танчить. На бегу. За товаром, да. Ты знаешь, да, про товар? Про самого великого в мире. Слышал что-то. Залупа это кинется она. Ну-ка, как она называется? Прочитать. Перегрузка. Мана садится, а ты ДЦшник? Ну, давай посмотрим. Хорошо, ты спамь, все будет. Тебя больше никого не надо. Ну типа если щиток лопается, то мана резается дохуя там. Я не могу прочитать это заклинание. Там их упала, мана не садится. Я голосом докладываю. Короче, час 15 у меня, хуй знает, если чё. Вы еще не начали нихуя, да? Да смотрите, только дошли. Ну у меня час 15. И то еще трэш бьем. Бля, давай живее бей. Да блять, сука, никто молчидар не собирает, сейчас бы залетел бы нахуй. Пивер. Да хочу с гильдой вот сейчас хоть сходить в 11, может, как груймай. Так ты не забывай, одно идет с войдом, а второе идет час дня с другой гильдой. Ну и чё, мы чё, ебать, за 2 часа не успеем грульмайзить, братья, что ли, чё смеяться? Максимум, ну это максимум 2 часа там займёт. Посмотрим, как сбор будет, блядь. Ну и там в 13.00 старта по-любому они будут. А, ну блядь, нахуй, сука, да. ЕПГП это ещё бан. И для которой я не понимаю смысл пока что. А ЕП, АУК, чё за шляпа, нахуй? А они же говорили, что будут уводить-то. Да я понял, да я ни разу не играл с этой той. Шляпа, все правильно сказал. То есть да, вообще, да? Ты это знаешь, как фильм про Джеки Чана смотрел, блядь, там, короче, это... Я, говорит, продаю девушку, там, 50 верблюдов. Кто больше? 60, 70, 100, нахуй. Вот такая, понятно. Ну, то, что АУК, я это понял. Ну, дело в том, что... Аж какая-то начальная цена есть у шмотки? Да-да-да. Ну, конечно. Все в Дискорде написано в правилах, ты полистай там, Жень. Да, блять, нахуй. Сейчас полистаю. Я хочу паладину куда-нибудь пилиться. Пойду профу покачаю. Алхимию уже почти качнул. Ну нихуя барабан, ебать. Угу. Что барабан? А там рецепт на барабаны выпал. Там вообще сейчас, блядь, рейдов этих. Прям, блядь. Да хуя прям. Че, сердолики, смотрю, уже 1400 стоят. Сейчас есть. Вот этого лоха, конечно, сейчас добейте. А я хуй знаю, что лох этих песосов не банит. Ну ладно. Не понял, про что ты говоришь? Почему лоб не банит эту хуйню?
А, да забей хуй. Там раз сбивается нормально. Okay. Это раньше банили, когда сюда 215 приходили, блин. Ну, 220. Сульду. Сейчас уже похуй. Они тем более там кастатки дают, и все, у них мана садится, как сосуд. Резните же, пожалуйста. Сейчас резь. Блять, что бойно. Заеба. А там с этого. Вы когда пробегали, вы одного моба не захватили. Дикая Кассандра. Какого? Пошла я моба этого забирать, который хилится, блять. А ты там кем был это? Сейчас котом. А что там делать? Сюда ебать поясок. Тренируешь ДПС? Нет, там этот. Хилы же есть. Этот моб далеко, на. Он, ну, где вот этот вот зал, где два этажа, типа, видно. Нихуя не помню. А, где мы выбираем, идти в сторону смотрителя или в сторону Дира? Вот на меня или в сторону оперы. Какой-то пидор летит, нахуй. Так ебать, это далеко, нахуй. Угу, я бегу туда. А она просто не двигается, вообще. Тварь ебаная. Сейчас попробую привести ее, но не факт, что получится. Я хуй знает, куда я побежал, короче. Куда-то пиздец убежал, блядь. Жуткое привидение. Вот, нашла я это. Она на тебе агро держит сейчас, вот. Мразь ебаная. Хан, ты если в Дискорде, мы не можем тебе сейчас пока дать баф, только если сова тебе даст. Потому что тут надо одного прекрасного моба убить, который сидит на Эршаме у нас. Блять, и стоит хилиться. А вот ты. Где этот пидор? Где да вот я стою, бью его. Чуть дальше, за вон, видишь? На другой стороне будет. Она не двигается с места, она просто стоит на месте и хилит. И саму себя. Так. Танк, ты вообще в Дискорде? Нам надо эту дуру для начала убить, чтобы у нас ПКД не висел бой. Мы пока ее не убьем, у нас будет ПКД бой. И ПКД давай, отдавать Бэра тебе? А бей, она хилится будет. Да похуй, просто бей. Сейчас собьем нахуй всю эту хуйню. Там стан, если что дашь. А у меня станы на коте же нету. Станов. Да я забиваю. Не захилится. Стан есть на коте, колечение называется. Ну да, так его выносить надо. Ну да. Все, пошли. Да нахуй обэрить. Пилите шкаф. У него нету комбата резать. Пилите шкаф, сумоньте нас. Запилили шкаф. Все, спасибо. Так. И друзья. Благодарю. Так, что тут исцеляющий поток? Все, проверка и пуляем. Ты там рыбку им поставь и дайте рыбав, пожалуйста, коту. Рыбку? В натуре, ебать. Я же обещал, блядь. Ну, правда, не такая рыбка, но все. Это для обычек, нахуй, лайт режим, нахуй. Пули обжраться в обычках. Ну, типа, мощную жрать. У нас один паладин, да? Легкая атлетика, блядь, да. Да, могло бы быть два, нахуй. Все, все готовы, пошли сюда. Тут не опоздал. Каску, каску, ШП, дайте каску. Паладин, кинь каску по кристам. В одной точке будет? Конечно. Все, спасибо.
Если нам надо будет, скажите, я дам кому. Угу. Пока заебись. Вообще кидай в меня. Ща. Тварь ебаная, отдай мне мой шмот. Сва, дай иннер по хирургу. Сука, выбейся, моя Т4, блядь. Пидерсия, 2 месяца хожу нахуй, на ДК падаю. Сейчас, если на ДК упадет, я вообще охуею, блядь. Это официально, можешь сказать, будет одевать ДК. Угу, блядь. Второй спек, нахуй, в котором я не играю. Каругер начнут брать, нахуй. Хули, я уже 4 персами сходил. Да, каругер 4 персами? Ну. Ебай. Жесткий тип, да? Да. Я хулипал создал, блядь. Бля, это как хулипалить, заебись, нахуй. Я ШП не хочу играть. Ты чё, заебись, никакие фердолики не нужны, нахуй. Вот, я тебя поздравлю, перчатки на ДК. Сука, твари ебаные, ёбаные роботы. Хирург, ну короче. Он когда на ДК ходил, нахуй, я 2 месяца, ты 4, ты ебаный выбивал. Это, да, тролль тебе перчатки. Кто там ДК, этот самый. Так, лок. Так, пробегаем, да? Пробегаем. Так, сейчас мана немножко резну. Ну все, погнали за квадратом. Ебать, нихуя ты как. За квадратом? Так, за квадратом. Прыгаем, а не пока обходить. Главное, чтобы кто-то, кто резать может, и лок, чтобы добежал. Да надо, чтобы туда пал, дал диван. Или, ну, на локе СС висит уже. Чё, как там? Дальше побежим туда? До угла просто. Дальше, да падайте, на мне есть, ну, диван уже висит, просто падайте. А можно скипать просто. Там, а там половина в начале еще умерла. Весело будет, если на радио пойдем. Так, лок встал, да? Есть там кому шкаф? Да. Масса. А, масс-рез у него вообще был. Да, можешь спекнуться, конечно. Пилите шкаф, я, короче, пока внизу тусуюсь. Ты только с духа вы зайди в инст. Я зашел. Хуя у вас ДПС.
Сова 11к нахуй охуеть. Шипы 10к, блядь. Катя 12. Бля, мы можем, может там успеете, нахуй? Там по факту у вас кто сейчас аран и гнев, да? Ну. Копыта, аран, гнев. И Катя 12. Бля, ну успеете, просто остается кто-то уступит слот, ебаный. Ну спросим. Может кому-то нихуя не надо? Что там с монете? А вот реши башит. Да мы с умом не ревать. Пидерсия ебаная, сука, выпала на ДК. Ща будет вообще рофл, если выпадет голова, будет на ДК. Да не, нахуй, на шаму сегодня выходит, бля, ебаный в рот. Заебало, нахуй. Чё, блядь, штаны нахуй с грулям, блядь, пиздец. Вот, релокнись, мы тебя сумоним, тебе походу не приходится. Сейчас, 12 секунд. Да прописал бы слэш релот, тебя бы быстро релокнул. А чё, это тоже фиксит эту хуйню? А, ну тебя просто релогает с сервака, ты как будто вышел и зашел только сразу без вот этих вот секунд. Так, загрузка. Все, смоньте. Ты хоть скажи, что тут по станам? По станам? Ну вот этот бейте кружок. И дадите ему стан в конце. Иначе лайк будет. Вот сейчас. Угу. Вот только ты не сказал, кому дать. Снова побежим. Да, весело. Он чел на плоди не мог нажать. Стан я есть. Мишку спекнула, что у меня агра не было, чтобы нажать. Стан есть у паладина, у кота. Я не усп... я в мишку вошла, у да? Декана. Но у агра-то не было. У вара, блядь, есть рывок. Ну, типа, вы увидели, что вы вайпнулись. Я же говорю, вайп. Надо сбивать стан, когда хп мало у этого моба. Если кто не в курсе. Обязательно. Ну давай бить хули. Да тут вот сбоку пробежим. Там три моба больших только надо будет убить. А чё вы лежите, ресайтесь, блядь? Это лог и вар. И портал к смотрителю. Вару напиши, он с дискорда вышел. РДД бить, РДД не бейте, блядь. Казалось бы, блядь, все заебись, и тут на тебе сюрприз, блядь. Так вот, я пока дошла, догоню вас. Искра появилась, искру бейте. Он
Вообще нас просто заруешит. Еще искал. Два. Блять. По черепу играем. Искры будут появляться, надо будет их ваншотать. Прям все бросать и мне искры. Смотрим, по мобами как появится, так сразу. Там на миликом возвратка идет, смотрите. Вон внизу искра. Знамо. Ложитесь. Блин, не вставайте, я ж отходила. У меня боя нету. Да сдохни, что ты бежишь-то? Тут портал, сразу бежим сюда. На Лока побежал. Короче, к ДКшнику идет, пока прибежи. Который лоу хпшник, к ДКшнику идет. Боб. Че, у вас там вайпы на трэше? Угу. Пиздец. Он из крана, нахуй, убить надо. Смотрите, мобы ходят вперед-назад. Вот, видишь, красавчик какой. Хирург. А чем ты бежишь? Ты же видишь моб или. Ты камеру отдали подальше, чтобы побольше видеть. И в ДДшники не бейте. Началось с того, что мы не дали стан мобу. Блядь. 4 класса в рейде могут давать стан. Вары рывки есть. Перехват, блядь.
у кота есть. Ну, заебись, искра заклеена. Рок ебаный, ты знаешь, блядь. Еще и не выпадает Т4, нахуй. Самый поебаный. Вытащите на панель вар перехват. Ну ДКш не крипнешь. На всякий случай, это хуй знает, не дадут. Катя калечение. В форме мишки есть тоже стан. У совы тоже в форме мишки есть стан. У паладина молот этого, блядь, говна, нахуй. 6 секунд стан. Вытащите на панель. Потом мы сейчас спулим опять этих мобов и опять сдохнем. А там вроде один только остался. Ну, блядь, вот 4 стана, чтобы было у него, блядь. Типа, погнали. Да, надо было сразу нажать просто. Энхам. Бета-тестер, который. А на каких тебе надо? На копыты и на арана? Где туда? Хан, если нет, на каких тебе боссов надо на это? Да, спекайся. Отпиваем ману.
каску по ханту. Все, пошли. Пидора мелкого убиваем. Если меня в цепи кинет, я скажу, надо будет цепи разбить и еще меня подхилить. Старайтесь по боссу больше играть без этого ЛЕ. Если вдруг мобов много будет, тогда уже один раз костанете. Меня цепи, все в цепи переключились. Меня подхиливайте, щиток, прист, киль. Ромбик на цепи поставил, убейте. Ага, все, дальше по боссу. Так, уже это на хулигана, наверное. Что прыгает, начислять. Конденсатор ролить. А, да, блять. Понимаю. Жесткий роб. А, похуй. Погнали на рано. Не быстренький ты не вы. Че на арене в шоке? Арене? Ну, учитывая, ну, блядь, давай в ДЦ. А то фамильяры появятся, вдруг засеют щитком кого-то. Вар огненные косты все, ДКшник все ледяные, а я все
чердейские стрелы. Катя где? Добегаю. Так, сразу заходим. Он показал, там хирург бил, одну минуту, подожди. Где он? А, отойдите тогда назад, хирургу. Сейчас он как зашевелится, так и это самое, пойдем. Да, жаль, конечно, время не пишет. Tell me when. Квадратики поставил, время не пишет. Блять. Минус хант. И чё это, блять? А, это минус ШП. Это минус ШП. Пиздец, блять. Лох получается. Да, блять, отошел за пивом, блять, пиздец, нахуй, скули. Красава, блять. Мемчик, помнишь, старый такой? Бог! Лидер! Лесли, мама. Че вы на ком готовы уходим? Аран. Аран. Че, сдохли, что ли? Да нет. Повторяется ты? Не, нихуя. Это лок. Канди упал. Ты тут висит. Какой канди упал? Шаришь, да, вот это бан да. И фир. Ах, на двух пидоров. Два пидора нас на есть не шорт. Да, я фир. Хирург. Все, заходим, там порезали ману. Пристабав. Так, вот эти мои посты. Да хули без лука рейд не рейд, блядь. Так, огненные вар, ледяные ДК. Запомните свои косты. Вот эти тайные магии, чердейские тела я сбиваю. Это огненные вар. С ДК. Вот это я залупал. Надо, чтобы он маны меньше всего расходовал. На 20% маны он в овцу нас превратит. На 40% хп будут фамильяры. Ну, эти пидоры, которые ваншотали нас на прошлом КД. Вар. Я. ДК. Все. Промах. Ебаный. Не двигаемся. Не прыгаем, не двигаемся. Косты продолжаем кипать. Самое хуёвое, когда какой-нибудь, блядь, касты, эти пидоры появляются. Так, сбил. Ну, если нет КДшилась, ладно. Я только свои смотрю. Так. Скоро фамильяры появятся. А чё по Гере? КД. Блять, поздно сбил. 3% до фамильяров, готовимся. Не двигаемся, и одновременно нужно будет фирбан дать. Готовим сейчас. Щитки на весь рейд накидывают. Оверхил. Войско, там всю залупу таунти на себя этих пидоров. Просто пиздец. Минуту они будут тусоваться. И еще косты при этом. На босса хуй забейте. На косты уже. Так, фирбан есть. И заебись, когда минус 2 моба сразу. Промах, нахуй, ё, блядь. Беги, малышка, беги! Пиздец. И в меня, главное, стрелять сразу начинают.
Блять, ДКшник застегнулся. Не двигаемся, Венец. Пидоры, блядь, исчезли бы уж. Из бана вышел. Хулиганы. Шея на кота. Хулиганы. Поехали. А ты приста засканил на тапке. А, этот самый. Ну, кинь присту в обмен этому. Присту сказали, до свидания. Пусть паролу, вот, пусть пароль от тапки. Да нахуя? Все ему, трое. Ему ну типа там два приста, кому ты будешь отдавать? Мне-то похуй на эти тапки. Да ему не надо, какой ему тапки, у него 9к ДПСа, блядь. И охуеть, блядь. У него по-любому другие тапки. Ну кота обогнать не можешь. Я даже... 26 не хочешь? 26? А? Я тебе говорю, пусть паролят, вот. А че у тебя за... Так честно будет. Да не, надо, чтобы он сказал. Какие у тебя тапки? Сейчас, секунду. Блять. Просто это хиловские приоритеты. Они... Так, что там? Такие же нахуй, блять. А те что, без дырки? Вот как... А, с дыркой. Ну смотри сам. Типа я бы хило отдал. Да, тебе они погоды особо не сделают. Там 5 СПД. Ну, да. Тебе надо что-то крит-фастовое. Да бля, я в курсе чем. Мне 200 на шкаф, блять. D500 это что, арена рейд? Рейтинг, да. Нифига. А с кем? С магом? В Шахороге. О, это вообще пиздец. В шатре D400. Жесткий пацан. Еще и PvE шик. Да, блядь, что-то делать нету. Ебать, у меня 5 персов, мне всегда есть что делать. Я PvP, блядь, последний раз в 15 году, блядь, занимался. Тварь, блядь, сука, выпадет, блядь, сегодня шапка моя или нет? Хотя бы, да, шапка? Хотя бы, блядь, уже хотя бы, сука. Я там писал ролл, нахуй, на это, на брюльмаге, может быть, передумаю, если не выпадет, нахуй. С роллом буду собирать. Вдруг штаны выпадут. Хоть третий. Я опять на ДК, блядь. Здесь, блядь, хуй. Третий месяц шел, нахуй. Как падают эти токены только на ДК. Только на ДК, бля, ёбаный рот. Зато когда я с тобой крыл магик происходила, выпало 3 токена на друида, блин. Или я не с тобой на той неделе ходила? А хуй знает. Вы, по-моему, без меня ходили, я четверг. Я не помню. Алло, привет всем. Здорово. Привет. Че, еще не собираем? Че не собираем? Вроде май. Нет! Мы в каре еще пока. Понял, да. Надеюсь, за полчаса уложимся. Если на гневе не варимся. У вас там ДПС хватает? Да, ДПС. Да, да, вроде. Так, надо подумать, кого на гневе въебать на этот самый, блядь. ШПшник? Ну, на луч, который сжирает ману, могу ясть встать. Куда рогу обычно с ДК ставят. Это понятно. Я не знаю, что это за луч. На гневе ты в этом, в ДЦ надо хилить. Там. Этот ШПшник стоял на луче здесь? Да, но я бы лучше лок пацан.
Лока. Да не, он меньше дает. Ну, у нас ты больше даешь, чем Лок. Ну, но... я мне похуй. Давай ты, короче. Ну и ты на реакции там. Я про ношу эту хуйню. Короче, там, ты знаешь, да, на каком стаке где-то 34-й, 35-й, 36-й. Да, да, да. Я хочу. Ну, в принципе, орехи будут на тебе. Этот самый. Давай так, значит, зубы кидаешь. Первая, третья, пятая фаза. ДЦшник зубы на этого, на ШПшника. На 30-м стаке кидаешь. Он тебе скажет. Зачем? Чтобы не сдохнуть от лужи. Так, у меня туча есть, алло. Ну, кто знает, вдруг не успеешь. И этот Меркушев на втором, на четвертом переходе. Кидаешь каплю на него. То есть ДЦшник кинул зубы, на следующей перебежке кидаешь на 30-м стаке на этого... Диспельте магию из ДК. Кидаешь на Юджина каплю двойной жертвенности. Ну и все. На зеленом Катя тогда давай. На красном танк. А кота сложит. Под синим. Наверное. Кого сложит? Кота? Да. Почему? ШП нет. Ну, типа говорят, что типа меня на синий хотят поставить. Да зачем? Ну там, в принципе, есть эта уешка способность. Го, давайте, ебать. ШП так ШП. Упадем, кота поставим, ебать. Вот и все. Ну, если что, да, кот на три. Самое главное, тут три лужи, нахуй, на фазе. Просто в них, это, не стойте, нахуй. То скоро уже появится. Потому что... Так, кто там зеленый, сука? На танке лужи. Следующая на 20-м уже, да, стаки вроде? А я хуй знаю. Ну посчитай, сейчас посмотри стаки. У меня вот 16 сейчас должно уже быть. Вот оно, да. Значит, на 18, значит, на 17. Главное 30-й и 45-й стак анонсите, чтобы мы готовились бежать. 30-й стак. 30-й. Поехали, оверхил в Юджина. Так, побежал вперед. Так, хирург, осторожно. Так, лужа вылезла, а все. Все нормально. Сейчас перебежку готовьтесь. Готовимся. Кто ты там, отойдите. Да, он с дэмэджа дохуя. Должен быть. Сейчас дам энерг по хирургу. Так, там агрона мне. Пой не снимает. Смотрим сразу расположение порталов. Синий здесь, в центре да, зеленый. Там пед за агро. А, почему там мы синий лучше? Пятый стак должен. Ну там, ну ты подальше мне подвинешь. Тут, блядь, чинистый. Сейчас вторая лужа будет. Вон она появилась. Ты не в бок никогда. Вперед-назад только. Да я знаю. Тут пять стоит. Выкинь его нахуй. Ты же изъебался. Ну это не мой пед, это Лока. 34-й побежал. Все, третья лужа увиделся. О, нормально. Так, что там, на 45-й готовьтесь. Да, готовься прибегать. Полируем лыжи, блядь. Сколько стаков? Побежать на свой лыжи. Я просто стаки не вижу. Так, понятно. Ну, я нож. Если хочешь, можешь меня поку взять. Там стаки отображаются. Да, можно, блядь. А что-то лень. Да, давай поку возьму. Помнить цель. Так. Телескоп. У телескопа красный, здесь синий. Так, я вижу. Очень... Смотрим, лужи готовы. Да, лужа будет.
Вон она. Ага. Да, вот, поджог у нас. Сейчас вторая лужа будет. Что-то у меня вот... Танк чуть-чуть вперед продвинь. Да, танк вперед продвинь маленький. А то у меня, я не могу в спину бить. О! Сколько там стак? 34 стака, 34. Так, готовимся. Блять. Опа. На синий лучше вставайте. Ну, блять, ну это пиздец. Лэр дала. Как они заспамились, мы ебанцы. Вставай. Ты дала? Не вижу каста. Катя. Не докастовала, что ли? А я, наверное, то, чтобы лучше, да. Все, перейдите, перейдите. Потом рисуйте. Ману сажала, я не смогла дать ему точку. Только на замене встаньте. На лучше. Сова, побежишь резать сейчас, приста. Катя, на синий встаешь. Просто три лужи, блядь, в моем фрейме заспамнули, блядь. Это пиздец. Ну да. Надо за ДПСить. Надо было. Ой, кто пришел. Штучку готовит на этот момент. Могу ДПС дать. Подожди, сейчас убьем босса. Так, сова бежит. Кидать БР присту. На синий Катя стоит. На зеленый Вар встает. Вар на зеленый. Вар на зеленый. Вар. Рисуй ману пока. Катя, ты на синий стоишь? Там... Да, я вижу, я писала. Катя, там лужу смотри пока. Стаков сколько там? Лужа выходи. 20 стаков. Так, это вторая была, походу. Ждем, скоро третья будет лужа. Это 30. Все, третья лужа. Появилась. Выйди, хулиган, блядь. Все, ждем 45-го, чтобы перебегать. 45. Готовимся. Готовимся, побежали. Катя Иннер по хулигану. Я гимн. А что было? Вот он начал каст и не докастовал. Что это было, блядь? Первый раз такое вижу. Точно по хулигану надо было дать? Ну не по хулигану, блядь, конечно. Поздно. По хирургу, блядь. Так-то. Ну, да ему 7к хватит, мам, да хер. Если чё, гимн. Так, в центре красный, дальний синий. Сука, заметла! Да. Ай, блядь, аспект сменил. Всё, там. Ладно, Юджин. Лужа, лужа, лужа. Нахуй меня сова забыл. Дэмидж, 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 дэмидж. Так, хирург есть на ману гимн? Этот Юджин на ману читай, ставлю тут. Да я дал уже на ману, я же наносил. А, да, ну тогда просто тотем ставлю. На перебежке. Так, сколько стаков там? Я ж под энерго мал. Сколько там, когда третий? Без стак. Без пять. Все, да уже была третья. А. Все, еще перебегаем, и все. Ну там обнулить. Побежали. Так, ну ману резнул, заебись. Так, хулиган Иннер по хирургу. Возвращай Иннер. Ну все, сейчас этот хирург прибежит, мы его просто захуярим. Так, здесь синий. В центре зеленый. Так, чё за хуйня? Блять, не крутите. Ай, ладно. Сейчас там уже, блядь, 500 тысяч осталось. Да всё, мы уже добьём. Так, а у нас чё, миликов получается код и... Петрик и Вар, 3 милика, нормально. Ну, ткань. Кожа. Сюда башка. Башка. Хулиган. И ШП. А тебе надо, да, ШП, чтобы это башка?
Ну, блять, Т4 профитней, типа, могу пока эту взять, то. Забираю пока. Я хуй знает, кому она вообще надо. На Сауму, что? И то там Т4. Ну, если кому-то надо, могу отдать. Не, наверное. Ну, смотрите, она беспонтовая. Что там, крит меткость, да? Да. Кому надо, напишите лишь. Чё, был на ком уже? Убили гнева. А, на Малте уже дети, да? Угу. Чё, кто-нибудь сможет место на проход пить или нет? Каприст, у него нету прохода, который вот, первый? Хуй знает. Нету, говорит. Нет? Ну тогда, тогда сказал. Потому что куда? У меня ДД спека нет. Там магию вот эту здесь пальте, присты или паладин за лупу с ДКшникового. Чинитесь тут, мог. Что, подавам по ДПС хотел? Ну да. Я могу тебе дать уступить место, а я пойду нахуй дальше на, стирать. А оно мне надо, блин. Че ты говоришь, пойдешь стирать штаны? Да, как бы говоря. Потом стирка кончится. Ну ладно, хер, сейчас сделаем быстренько и пойду. Бля, хуёво, что ДД спека нет, так бы пошла уже. Да, такой я в ДД и так. Да нет, у меня нету ДД спека. Ну, бля, ДД спек сложно как бы собрать. Успеваешь хуйся на ДД. Ну, такое. Ну, если ты собрал мейн спек, то ДД быстро соберется. Нет, я имею в виду, что если ты перса создал 3 дня назад, то как бы проще хила одеть, чем ДД. Проще, сука, выбить мне шапку ебаную. Вать, ему опять перчатки на ДК упали, это 4. А я знаю, я слыхал. Просто лок сегодня прибарахлился, да, лок? Твой счастливый день просто. Кондёр, ебать, перчи нахуй. Ебать, нихуя себе. Ну там вроде Хант еще перчатки хотел. А я не помню, он, по-моему, лутал. Или ты голову лутал в прошлых рейдах? Голову. Ну у него нет Т4 у Ханта сейчас, у него голова. Ну да, он голову лутал. Бать, ты сало прохилишь? Конечно. Да хули там хилить, блядь? Мысли, сало, у ШП есть ДДС 5? Да. О, хирурга, это ДЦ. Бля, чё, что-нибудь уступишь? Может, даже это, уступишь место? Так ему самому проходка нужна. Так нет, ну а тебе, ты же сразу куда-то там идти стирать. Тебе ДД нужен? Я ДДшник, я не хил. Да, ДПС не хватит, да, тогда, если хирург в ШП, а я в хила приду. Смотри, у нас, он и так хирург ходит в ШП, и у нас будет воид соло хилить, и бью как бы я. Я понял, ну, я к тому, что, блядь, у меня нет ДДСПека, я хотел проходку, блядь. Ну, ты понимаешь, того, типа, там код, типа, десятку даст. Тише, 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 что-то хранится. Я понял. А другие ничего не дают, что ли, не убьем, да? Ну тут знаю, ШП дает один, тоже десятку, и еще кто-то вроде 9-8 все. Ну и остальные так чуть-чуть, да? Ну, можешь палыч, я точно не могу сейчас сказать на трэше. Вот на гневе, смотри, ну на гневе даже смотреть на там лучи, блядь. Да понятно, но. Че, там вот, один не луч. Бил, да, тогда? Вот, я, например, сейчас била в бок, а не в спину. Из-за луча. Ну, там один луч, я тебе просто говорю, да, который да, дает урон. Может, урон. Тому шмот надо, блядь. Да забей, потом, блядь, что это, соберешь или сходишь. Просто пачка уже все уже с ТСКД. Это, милики шарите, да? Там Катя, вот сюда, да? Видите, я сюда? Думаю, что группа не проходит, так бы я не рвался, да? ДКшник здесь, ну, если сюда прилетит, там уже... Потом там, как-нибудь делаешь. Ну, ахуй. Проверкой будем начинать. Не похуй, конечно, но ладно.
Так, выбегайте в арку. Так, заебись. Дёрдельку. Так, опять вар. Так, что там? Летит прямо это, в мелизону летит. В ворота немножко отводи. Не, хотя нет, далеко, нормально, далеко. Нормально, нормально стой. Лок нахуй, ты чё? Катя, резай. Сейчас, секунду. Стой, не резай ничего. А там хулиган есть. Хулиган резал. Лапку, пристабав, каску по этому, по локу ебаните. Она реба. Смотрите, ренжа от босса должна быть 30 метров, чтобы не сдох. Вот неаккуратно. Сейчас тебя берду, ты аккуратно. Блять. Паладин, блять. Ты сразу упал, пал? Нахуй вы туда бежите, если там метеор. Бегите в РПД. Не, я аккуратно. Не надо, не рискуйте вот этой хуйней. Если... Окей. БРов больше не будет. Я нету БР. Его убило, походу, сразу. Охуеть. Я не знаю, что вам сказать, блядь. Да, нормально убьем. Ну, если еще кто-то не упадет. А, он нормально, он сейчас встанет, Элим пропадет. Ага. БР, блядь, главное, чтобы не пропал. Не, БР, да, ну да. А ты где БР его, в огне, что ли, стояла? Ну, я прям в углу стояла нормально, и я стояла, меня не дамажило. Ну и что, он не может встать сейчас? Я не знаю, спроси. Так, вроде да нормально. Да вставай, вон, видишь, стоит он нормально. Вставай сразу, пап. Вставай, а то БР пропадет. Все. Это, бафы по нему. По себе раз, не дамаж. Я уж расстроился, но БР пустоту отдали. Смотрите, выбегайте, если что, блять, в РДД лучше надо. 30 метров. Так, куда летит, не вижу. Нормально, вроде далеко. Так. Я вот думаю подождать еще метеор, как он упадет, и потом уже Геру дать. Наверное, подождем лучше. Да-да-да. 3% до фазы, там уже перестанет 1 ФП становиться. 2%. Так, все, посмотрим, куда этот пидор метеор пустит. Пошла фаза. Оружие появилось. Так, сейчас смотрим. Заебись, даю Геру. Просто фу ДПС и башен. Давай, давай, да. Следующие метеоры палим, смотрим. Так, нормально пока.
чтобы это откидывало вас нормально, вставайте милики там в стену, чтобы вас откидывало, чтобы вы сразу продолжали босса бить. Так, вот этот хуй пойми куда, на нас прям летит, да? РДДшники, прям к боссу бежим, съебываем отсюда. Прям вот так встаем к стене. Сейчас я, конечно, метеоров не вижу. Вот. И надо было это, в стенку тебе хантить. Так, следующий метеор не вижу, куда летит, короче. Если сюда прилетит, там выбежим как-нибудь. Да сейчас добить успеем. Да, вот. Проклинай ДК полностью. Ой, блядь. Да я вот ебал нахуй. Пидерсия ебаная, блядь. Говно, сука. Какое, блядь. Отвечаю, блядь, пиздец. Так, я говорю, ты не на тот класс собираешь. Это, блядь, тебе говорят, собирай ДД, блядь. Да это, блядь. ДД собирай. У тебя пуха какая? Ну, это хиловская. Ну понятно. Ну, она только тебе тут и нужна. Бля, Слава, прикинь, это сколько бы ты мог собрать себе шмота на ДК? Крипхаст, шея, рольте. Ну, учитывая, что Т4 на ДК бесполезны, дохуя. Ну, там блада там потестить. Лука уже блада. Хуевая шея, что ли? Да, хуевая из духа. Так, обоссанный питомец никому не нужен. Обоссанный питомец. Не есть такой. Ебать, перерол нахуй. А я заанролил себе один раз питомца такого. Хирург. 93, нихуя. Там, 93. МГ сразу сейчас будет? Да. Ну это, блядь, шапка ебаная, обоссанная. Ну, а я пойду. ДКшнику закидываю. Все, всем спасе, блядь, говно ебаное не выпадает, блядь, шмот мой. Сочувствую. Я тоже нихуя не падаю. Да погибель все это, блядь, мы сейчас...